В последние годы в Губкинском уменьшилось количество наркозависимых, а также тех, кто состоит на учете в городской больнице, как злоупотребляющий алкоголем. На снижение данных показателей повлияло несколько причин. Среди них – переезд этих людей в другие города, уход из жизни, а также изменение порядка постановки людей на диспансерный учет. Теперь, согласно вступлению в силу нового приказа Министерства здравоохранения, граждан, страдающих наркотической, алкогольной и токсической зависимостью, можно поставить на диспансерный учет лишь с их добровольного согласия. Мы, естественно, с такими гражданами работаем, убеждаем их, что это для их же блага, потому что 3 года он был на учете, он получил свою медицинскую там какую-то помощь, психологическую или там психиатрическую, ну, неважно. То есть факт тот, что он получил какую-то помощь, мы его сняли, и он свободен, он может занимать там должности, он может права получить, там оружие, что-то еще. В противном случае люди, страдающие зависимостью, не получат полноценной медицинской помощи, говорят врачи. И момент, когда заболевание можно взять под контроль, будет упущен. В 3-й стадии, например, алкоголизма, да, когда мы на комиссиях или где-то еще слышим, я же не валяюсь под забором. Это уже 3-я стадия алкоголизма. Когда-то оно начиналось, допустим, лет 10 тому назад, а у женщин лет 5 назад. То есть, короче, срок развития зависимости. По словам врачей, при любой зависимости начинается деградация человека. В этом случае ему нужна помощь, которую он может получить в городской больнице. Здесь человек пройдет лечение, а затем, по рекомендации врачей, реабилитацию в специализированном центре. На Ямале они работают в Ноябрьске и в Новом Уренгое. Мы лечением не занимаемся, мы занимаемся только социальной реабилитацией. Социальная реабилитация по законодательству – это содействие восстановления документов, то есть психологическая помощь, поддержка, восстановление социальных связей и все в этом русле. К нам поступают, естественно, они после медикаментозного лечения, если это требуется. Поэтому помимо стандартных документов, паспорта, СНИЛСа, медицинского полиса, в реабилитационном центре требуют справку о пройденном лечении. При первом посещении центра специалисты определяют срок реабилитации. Стандартный период – 6 месяцев. Все индивидуально, потому что если у человека есть заболевание, да, то нельзя сказать, что он вылечится за такой-то период. Поэтому тут нужно смотреть по ситуации. То есть, если человек высокомотивированный, он хочет работать с психологом, он понимает эту проблематику, то, естественно, это быстрее проходит и более динамично проходит. Но это еще зависит от того, какие проблемы у него возникли. Часто во время социальной реабилитации больного необходима семейная терапия, ведь каждый член семьи становится созависимым от алкоголика или наркомана. Сначала они скрывают, потом они пытаются, есть такой механизм в человеческом мозге, как отрицание, да, то есть отрицать или у себя, или у родственника, что у него нет алкоголизма. Вот. А этот родственник медленно начинает деградировать, сначала объясняя различными причинами. Конфликт на работе, скандал в семье, запилила жена, заболевание какое-то. То есть сложные какие-то ситуации, которые, ну, неважно какие, которые человек переносит как стресс. В округе действуют различные программы в области противодействия употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Их реализует в том числе антинаркотическая комиссия. Организована совместная работа с Губкинской городской больницей, также опять же с ОМВД России по городу Губкинска в сфере противодействия наркомании. В числе антинаркотических пропагандистских мероприятий организовано взаимодействие с городскими СМИ. Социально-психологическая и юридическая помощь, духовно-нравственное просвещение и социокультурная интеграция зависимого человека в обществе, трудовая терапия и приобщение граждан к физкультуре и спорту. Все эти методы социальной реабилитации зависимых людей помогают вернуть гражданина в семью, на работу и в социум. Главное – желание человека избавиться от зависимости и жить полной жизнью. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Сергей Парфюмович, новости Губкинского.